вот они, мои халтурщики, сидят. Там, тут. Котенок бегает. Пандют! Сейчас откроем. Вот остальные тоже выйдут. Да, я вот то, что я частенько показываю, когда голуби вышли, там похлопал, и они сорвались. Слушайте. Это не просто так приходит, понимаете? Не просто так. На это столько труда вложено. Столько труда. Просто не понимающий человек может сказать, да вот, вон там двое. Даже поднять не надо. Мама сейчас сорвется дикарем. Вот обратите внимание, как летит опытная голубка. Просто конкретный дикарь будет. Конкретный дикарь. Ну, пошла, села. Посмотрела, понаблюдала. Не понравилось, села. Понравилось, пошла. Понравилось, пошла. Уродики. Кш. 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 Хотите что ли летать? Снежком вкину на вас. Вот еще раз говорю, чтобы достичь такого, такой отбор нужно делать. Отбор, 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 гон, 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 круглый год, гон. Это не с неба все выпадает, дорогие мои. Все это труд, 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 труд и понимание еще в них. Не так, как вот некоторые поднимают голуби, чек, руки по всем крышам соседским подойдут, да? А птица должна встать и идти. Встать и идти. Ну, тут уже и постарше, видите, с боем они уже совершенно по-другому идут. Совершенно. Как бы вот так. Ну что, удачи вам. Дорогие мои, занимайтесь, стремитесь, и все у вас получится. Что-то связавчик запоздел. Ну что, страшно что ли? Ну а вам? Кш! Дурачки. Там вдвоем сидите. Кш! Тоже давайте. Тоже. Тоже. Ну вот красава, вышел и сходу пошел. И как эти, блин. Еще поднимать надо их, еще. Гонять надо. Давайте тоже дергать его, уже наотдыхались тут. В небо. В небо, в небо, в небо. Пусть копчик вас жрет купоросных. Если вы летать не научитесь. Вот засранец сел. О, засранец, не стыдно. Не стыда, не совести. Круг дал и сел. Ну разве так можно? Ну так тоже бывает. А вы как хотели. Ну, все по лакам, дорогие мои. Занимайтесь. Не жалейте. Ну, как же красиво она стоит, вот эта дура. Потянем. Сейчас. Потянем, чтобы зацепить. Тоже одиночка. Вот она ж выкручивается на 360 градусов.
пошла низом. Что-то увидела, наверное. Да, ушла. Вот она идет. Вот она идет. Ну, тут уже и солнце пытается проясняться уже. Вот она. Посмотрим, может, что получится. Погода раскроется. Яшка, засранец абсолютно. Ну, та отдельно уже в сторону города поперла. Хотел ее бой снимать. Но не дает мне возможность такой снимать. Вот. Закончим. И наблюдаю, вот резко эти скинули, там тоже скинули, вороны каркают, а яшки нету. Достал это яшка, я столько никого не ждал, сколько его. Ну не хочет он идти. Обиделся он на моих голубей, не нужны, говорит, мне такие, я лучше хороших найду. Все-таки придет. А эти вот часть уже скинула из них, резко поперли вниз, наверху рассыпали, блин, ну не вижу я его. Он один отдельно, он один там отдельно, он четверо там отдельно, но не вижу. Нет, где он, Бог его знает, не вижу. Не вижу. Но птица не просто так себя ведет. Я хищника всегда находил, нахожу по поведению голубей. То есть не надо часами стоять, посмотреть, есть в небе хищник или нет в небе хищник. Это как бы без разницы, есть их или нету. Надо посмотреть, атакует он или не атакует. Посмотрим. Но эти могут сейчас опять вверх уйти. Они отскинули. Могут опять уйти. А могут сесть. Не знаю. Все зависит от них. Они сами решают. Могут сесть, через пару минут сорваться, опять уйти. Птица сама прекрасно знает, когда, как, где, сколько, при каких обстоятельствах летать. Понимаете? Она сама все это прекрасно знает. То есть в этом... О, там черненький какой-то падает. Вот, и при этом резко текарем. Вот там три отдельно, четвертый отдельно. И этот вот сейчас... Кто такой? Ну, там, по-моему, даже и генерал должен быть наверху. И он должен быть наверху. Это кто? Это, по-моему, хомутовшая голубка. Ну, покажешь что-то, дура. Вот она показывает себя. Но никогда она в камеру не показывает то, что она умеет делать, эта голубка, никогда. Посадку, ну как хочешь, дело твое. Вороны каркают, идут, вон там вороны идут. Вон наверху что-то там творится, уже пять стало. Не знаю, что творится, но не вижу. Во-первых, высоко, да во-вторых, наплевать, возьмет он кого-то или не возьмет. Если голубь не может уйти от хищника, да нахрен такой голубь вообще нужен.
я придерживаюсь не словам, птица хорошая, а практике. Хорошая, значит, должен жить и показывать. Вот смотрите, как дуркует она сейчас. Как она сейчас дуркует, и сейчас что может она вытворять. Сыпается наверху, тоже не знаешь, кого этих снимать, тех снимать. Было вроде 5, сейчас 4 здесь, вот 1, 2, 3, а вон 5 там. И этот сейчас, видите, скинула себя. Он садится, вот что вытворяет, что вытворяет. Это они силы свои демонстрируют. Хищника, что даже и не думай, даже не думай, Яша, даже не надейся, будешь только пыль глотать. Скинула, не садится, скинула и не садится, и наверху все рассыпались, вот 1, 2, 3, 4, 5, де-факто все это показывает. Птица должна дружить с мозгами. Если она не дружит, не знаю, ну зачем она такая тупая птица? Тут неудобно прикурить и снимать. Вот дуркует она. Дуркует. Боже. Ну те двое улезли опять. Вот вместе стали. Эти двое скинули, вот один выше, те двое, вот они. Понимаете, одни замучились от хищников, а я с нетерпением жду их. Разница, чувствуете, дорогие мои, разница. Одни говорят, хищник замучил, а я его с нетерпением жду. Блин, когда же он придет? Когда же он, гаденыш, придет? Для кого я столько развел? Для себя, что ли? Я ж о нем забочусь. А он, гаденыш, не хочет свои обязанности выполнять. Да. Вот, это тоже один скинул уже. Вот, скотина. Только хотел зацепить. Все равно она. Но не хочет. Показывать. Но не хочет эта скотина показывать. Это одна из любимых голубок моих. Ну не будешь так и ни хрена показывать. Не будет показывать. Она мне только показывает. Ну, сейчас этих посмотрим, что там будет. Вот, уже опять рассыпались. Вот один. Еще одного не вижу. Вроде 5 было. А, вон еще один, еще выше. Ладно, подождем. Этот так и там пахтит. Значит, генерал дуркует по полной. Вот он скинул себя. Вот урод. Конечно, как бы только летать учиться. Да, походу, женитьба не пошла ему. Тут ворона каркает, идут. Где он, не знаю, но не вижу я его. Он же еще и маленький, такой же, как и голубь. И нападает внезапно, резко, мощно, четко. Но не всегда с успехом. Успехом пользуются. Вот какие-то птички пошли тоже в небе. Может, из-за них он на голубине атакует. Ну что, парочку таких поймает. А таких поймать ему распленуть Оксану. Считай, голуби сожрало. Да, вон какие-то птички идут. Прямо стайка летит. Но это не свиристели, это крупное. Типа как дрозды вот такого размера. Да, вышли. Нету.
раз, два, три, четыре, пять. Ну, второй уже ниже, вот они вместе. А то подождем. Ну, а то, походу, уже успокоились. Вот он, черный сейчас наверху стоял, уже тяно херачил. Вот он, раз, два, три, и двое, вот они. Ну, тянуть будешь, дурин? Или будешь только летать? О, генерал, скотина. Тот дуркует, тот тянет конкретно. Засранец-то, генерал. Видите, как. Ну, хоть бошку оторви, Вахинева. Хоть бушку оторви, выкинь. Вот она, выход дает. Это пошла, походу. Это тоже из мелочи, челенок. Ну, не от челя, тоже. Те трое столкнули, сейчас могут опять улезнуть. Генерал к жене побежал, наверное, дурачок. Ну, бить будешь, урод. Вот засранец, так и сел, ничего не показывал. Да, но эти трое столкнулись вместе, сейчас могут, скорее всего, улезнуть. Знаю я характер этих дурачков. Может, еще и Яшка появится все-таки. Но сколько его можно ждать, а? Сколько можно ждать? Ребят, отправьте своих безотказных хищников ко мне. Так я соскучился по ним. Сильно соскучился. Адреналина не хватает, понимаете? Адреналина не хватает. Опять рассыпается. Вот дикарь пошел. Дуркует. Вот так же. Ладно, подождем. Может, все-таки придет. Да, походу, это соседский опять ко мне попался. Соседский ко мне папа. Сосед видит, что я гоняю. И он тоже. Вот эти двое соседские. Но они скоро будут бить уже, как мои. Моих на лодку посадить. А сами будут. Мои вон трое, вон они. А это вот гривоны были. Две штуки. У него там, по-моему, тогда то ли четыре осталось потом. Вон там что-то, по-моему. А, еще темненький какой-то. Наверное, Николаевский. Вон она. Наверное, Николаевский. Да, сосед поднял. Два гривуна, Николаевский, по-моему. Вот он. Не знаю, снимаю я, не снимаю. Как бы снимать. Ну, далековато от меня. Не пошли в этот раз. В прошлый раз из трех тоже вот было. Из трех одного сожрал копчик. Потому что я когда смотрел, там были трое на стороне. Потом стало двое, и двое пошли на посадку, третьего не было. Но как он яшки взял, я не видел. Профессионально, походу, взял. Ну, видите, вот они летают. Те же сели. Соседские пошли на посадку, это он, гривны, он там последний летает. Это, по-моему, Николаевский сейчас летит. Хотя гривуны это сильная птица, очень сильная птица. Подождем, пойдет Яшка или нет. Вон там. На крыше кайфует моя. Да, и вот эти скинули. Сейчас я отдалю. Чуть-чуть я. Отдалю. Вот он черный стоит уже, раскрывается. Второй также. Да и вот лет 20-25 тому назад, ну, когда люди уже начали закрывать зимой голубей, когда уже появилось понятие, что хороших голубей нельзя гонять,
голубятников стало резко меньше. Ну, начало 90-х, помните, очень многие голубятники вынуждены побросали голубя, даже на середину 90-х побросали голубей. В то время у меня тоже была такая беда. Из 20 пискунов выживало 1-2, остальных хищник забирал. И вот так с годами. Теперь из 20 пискунов хищник практически никого не может забирать. В общем, исключение, конечно, бывает. Вот считайте, за все это время, по-моему, 4 штуки нету или сколько такое. И то в туман они пропали. Копчики, я же в эти метель поднимал, то такие погоды, да, там, не знаю. Сам лично не видел, что хищник их взял. Хорошо. Несколько штук рваных были. И все. Хорошо. И все, больше ничего не было. Хорошо. Добился я этих результатов. Хотя, честно говоря, очень сильно не хватает атаки. Очень сильно. Потому что этот момент прямо замираешь. Возьмет, не возьмет. Возьмет, не возьмет. Возьмет, не возьмет. Ушел. Ох, ух, такой гордость появляется. Да, это вот как, допустим, сын на рынке раз зацепил соперника. Вот и что, пару раз там ноги подкосили. Третий раз смотришь, бабах, короче. Упал уже в нокауте. Такой кайф получаешь. Понимаете? Не в том, что он там кого-то вырубил, а гордость, что у сына получилось. Ну, или племянник, или внука, понимаете? Сейчас кто-то скажет, вот, ну, что хорошего, да, там кто-то кого-то рубанул, а ты говоришь, это кайф. Это, по-моему, желтенький. Он уже разочек в этом году попадался. Попадался уже разочек. Не, по-моему, не будет ешки, зря я мерзну. Ладно, поставлю на паузу. И руки уже устали. Да, он думал, что черный. Оказывается, не черный, а желтый. Знаете, а что наверху не выглядит, кто он, желтый, красный, сизий, белый. Выглядит практически сейчас такую погоду, все черные. Даже белый почти как черный выглядит. Вот он. Ну вот сейчас приспустился, уже видно, что один, по-моему, сизар, другой желтый, третий какой-то чернохвостый. Яша засранец опять не пришел за своим обедом. Вот он как падает. Тянуть не будешь, что ли? Не будет тянуть, устал, наверное. Ну а вы как сядете? И желтого зацепил копчик в тот момент, когда у него было с дыхалками, у него возле клюва там какой-то нарост был. Давил, зеленкой помазал, прошло. Оказывается, хищник все это увидел. Что именно у него что-то не так. Вот сейчас не идет к нему хищник. Почему? Потому что знает, что ничего не сделает. Может, не глупо, зря силы тратить, потом еще из голода сдохнуть. Вот так. Ну что? На посадку идем или нет? Не идем. Ладно, поставлю на паузу, начнем садиться. Да, вроде уже начали спускаться. Хотя, по-моему, это не налеталось, она еще хочет идти. Может, сейчас и уйдет. Желтый вроде хочет садиться. С какого расстояния лапы тянул и садится. Так.
О, что-то какие-то непонятные птички тут появились. Да, ну вот походу поэтому их хищник не нападает. Я же сказал, этот не садится, она сейчас уйдет опять. Что по поведению было, вот этот сел, а та сейчас, скорее всего, одна улезнет. Ну все, дорогие мои, я замерз. Удачи вам. Всех благ. Гоняйте, не бойтесь, и будут результаты. Не за горами. Ну, вот этот дурачок сам встал. Для дома. Не знаю, пойдет он, не пойдет. Но сам срывает. И отторгает. Сахалинская следующая. Часик. Она не кайфует на улице. Но этот что-то не поймет, как этот Шант Арутюнян говорит. Не поймешь, говорит, спать хочет или кушать хочется. Он тоже не знает, летать хочет или садиться хочется. Никак не определиться, латается. А там вовсю. Да, Линда, да. Пойдем, голубя. А, шли. Вот. Вот они, мои дурачки. Дверь открыта. Все это время дверь была открыта. Ну, у меня Линда умница, она в голубятню не заходит. Окошки не трогает. Вот. Оп! Мелочок, видите? Вот смотрите, какого размера. Это моя отсюда. Чудила. Гнельджа. Это вот шпингалетик. Это от рыцаря. Вот она. На гору Массис залез. На гору Арарат залез. Оп. Ай, красавы вы мои. Красавы. Ну как вас не любить, а? Как вас не любить? Вот этот красивчик, даже лыжка же летает. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ты даже до трубы дотянешь. Да молодец. А ты? Ты куда дотянешь? До голубятни. Вот смотрите, каких размеров. Вытяни. Сюда, ржавый. Гнельджа, ржавый вышел. А не, это не от этого. Это от этого, от кофейного внука, по-моему. Да, ржавый такой. Тут, по-моему, черненький. Да, тот вон там. Это не тот. Ну такого же размера, как бы. Ой! Ой, упал! Ой, упал! Ой, упал! Даже ничего, там сосед дверь закрыл, эти сорвались. Вот они, вот они, вот они. Видите? Ой, ты, ой. Клончики мои. Все де факто. Ну все, дорогие мои, я уже замерз, встал. Ну, вон, два сорвались, эти, по-моему, постарше. Эти могут уйти сейчас. Все благо. Ну да, сказал, что сорвались, пойдут. Вот они поперли. Дикарем конкретным. Вот они. И дикарят, и бьют. Ну, они показывают. И по охоту летают, по кайфу. Все, замерзли, дорогие мои. Удачи. Блин, столько время снимал. Стоял, мерзнул, ни хрена не мог найти. Только камеру занес. Но это тетер был, опять на крышу залетел, чтобы поймать. Я его не нахожу, где он. Тут и ворона каркает вовсю. Хорошо. Вот они.
рассыпались. Поперли. Ну, вон один куда залетел. Из шпингалетиков. Вон туда кто-то залетел. Тоже из мелочевки. По-моему, этот красивенький пискунчик. Вон там. Вот эти шпингалетики даже, которые сидели на крыше, всех сорвал. Нет их. Прям на крышу залетел. Ну, как назло, вот они такие вот. Вот собираются. Вот она, видите? С крыши, говорит, берет, вот она. Видите? Мелочь. Еще летать не умеет ни хрена. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Молодец. Видите? Ну, а та толпа поперла. Вот они. Вот еще раз сорвались. Видите, даже на паузу не поставил. Опять, походу, приходит сзади. От любого шороха, от любого этого соскакивает мгновенно. Птица готовая, понимаете, готовая. Ой. Оп, тоже упал. Молодец. Летать не умеют, но понимают. Ну, иди вон там. Поперли уже, по-моему, смысла не вижу. Дальше. Все, удачи вам.